done. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کو آج سے
по милости Всевышнего Аллаха, сегодня у Ахмадийской мусульманской общины Германии появилась возможность провести свое ежегодное собрание. Оно, иншалла та'ала, продлится 3 дня. В эти дни ежегодные собрания начинаются также и в некоторых других странах, в Америке, в Кабабире. Главы этих общин попросили меня рассказать пятничные проповеди и о них. В Америке сейчас раннее утро, а в Кабабире время пятничной молитвы. Вероятно, уже прошло. Пятничная молитва в США начнется через 5-6 часов. Однако последний день собрания, то есть воскресенье, время их завершения будет примерно одинаковым и совпадет со временем завершения джальсы здесь, в Германии. И согласно этому плану, участники этих собраний также, иншалла та'ала, будут иметь возможность слушать заключительную речь и участвовать в совместной мольбе. Проведение собраний в одни и те же дни приносит пользу, которая заключается в том, что люди, собравшись на своем собрании, имеют возможность слушать мои выступления в прямом эфире. И слова халифа времени доходят до большинства членов общины. Нет никакого сомнения, что большая часть общины во всем мире слушает выступления на ежегодных собраниях в прямом эфире. Но тем не менее, по-моему, говорит Хузур, есть определенное количество людей, которые их не слушают. Как я уже сказал, говорит Хузур, члены общины США и мусульмане Ахмади других стран будут все вместе слушать выступления в последний день. Сегодня внимание многих людей также будет сосредоточено на пятничной проповеди. Время тех стран, в которых сейчас также проходит джальса, не совпадает со временем в Германии. Но поскольку многие люди приезжают с намерением принять участие в своей джальсе, поэтому они имеют возможность больше слушать мои выступления, чем в другие дни. В сегодняшней проповеди, говорит Хузур, я напомню о целях проведения джальсы салана, ежегодного собрания общины, то есть о тех целях проведения джальсы, о которых рассказал хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам. Требует напомнить то, что в эти дни все внимание должно было быть сосредоточено на джальсе салана, и чтобы после джальсы действия каждого человека показали, насколько он глубоко принял то, о чем говорилось на джальсе салана. И чем внимательнее был человек на джальсе, тем дольше будет продолжать оказывать на него свое действие высокодуховная атмосфера джальсы. Поскольку в настоящее время человек очень занят мирскими делами, и они оказывают на него очень сильное влияние, поэтому в нем появляется лень в совершении обязательных и дополнительных религиозных обязанностей. После участия в джальсе
Некоторые мусульмане Ахмади пишут мне, говорит Хузур, что эти три дня джальсы изменили нас. И они пролетели для нас так быстро, словно мы находились в совсем другом мире. На ней была особая высокодуховная атмосфера. Молитесь за нас, чтобы после завершения джальсы в нас осталось это духовное состояние. Словом, это то состояние, в котором пребывают люди в дни джальсы. И особая духовная, высокодуховная атмосфера джальсы оказывает особое влияние на всех участников джальсы, но это влияние зависит от состояния веры человека. Некоторые люди сразу же после джальсы забывают о том, какие они давали себе обещания, когда они слушали выступление на джальсе, и что они обещали Богу продолжить те добрые деяния, о которых они слышали в этих выступлениях. На некоторых людей это влияние джальсы остается в течение нескольких дней, на некоторых в течение нескольких недель. И есть много людей, на которых эта особая высокодуховная атмосфера джальсы продолжает оказывать свое влияние в течение нескольких месяцев. И это та правда, на которую мы не можем закрывать глаза. Но есть и некоторые такие люди, на которых благотворная атмосфера джальсы продолжает оказывать свое влияние в течение нескольких лет. Поэтому, поскольку на большинство людей это влияние джальсы очень непродолжительно, Всевышний Аллах неоднократно дает нам назидание и призывает создавать такую атмосферу, которая обращает внимание верующих к совершению добрых деяний, выполнению обязанностей и обращает внимание верующих на то, чтобы они сами следили за своими деяниями. Поэтому Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, оказал нам большую милость, когда он начал проведение таких собраний, на которых мы получаем возможность исправления и получаем духовную пищу. И получаем возможность обратить свое внимание к совершению своих обязанностей и обязательств. А теперь, как я уже сказал, говорит Хузур, я расскажу о целях Джальсы Салана. В свете наставлений Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, из которых можно узнать, какими хотел он видеть людей, участвующих в джальсе, каким он хотел видеть мусульманина Ахмади. Перед тем, как я начну, говорит Хузур, пусть организаторы дадут мне знать, слышат ли меня те люди, которые сидят в конце, или пусть они поднимут руку, подтверждая, что они хорошо меня слышат. Хорошо. Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит, для того, чтобы сердца склонились к судному дню, и в них создалась боязнь Всевышнего Аллаха, и они стали примером для других в умеренности, в богобоязненности, в страхе перед Богом, и в мягкости, и в любви между собой, и в братстве, и в них создалась искренность и правдивость, и они проявили активность в религиозных делах. В этих нескольких предложениях Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам представил план действий и жизни истинного мусульманина Ахмади. Он сказал, что
участвующих в джальсе садана людях должны произойти такие изменения, чтобы они стали примером в умеренности. Если человек глубоко поразмышляет, то он поймет, что в этом одном слове «умеренность» содержится настолько большое назидание, что оно пресекает корень многих плохих дел. Умеренность означает удержание себя от мирских удовольствий и желаний и от побуждения ошибочных страстей. Сдерживать себя таким образом, чтобы полностью закрыли все двери этих страстей, чтобы они даже не возникали. Если мы поразмышляем над этим, то мы согласимся с тем, что человек не может совсем отделиться от тех вещей, которые Всевышний Аллах создал в мире. И это не означает удерживать себя таким образом, чтобы полностью отдалиться от мира. Умеренность означает удержание себя от незаконных желаний этих мирских вещей. Всевышний Аллах повелел нам также рассказывать о Его милостях. Так что не пользоваться этими мирскими вещами тоже является неблагодарностью Всевышнему Аллаху. Из повествований стало известно, что некоторые сподвижники святого пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, давали себе обещание, что они будут постоянно держать посты, никогда не женятся и не приблизятся к женщине, и целыми ночами будут совершать дополнительные молитвы. Когда об этом узнал святой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Я держу посты, я разговляюсь, совершаю молитвы и сплю, и совершая другие повседневные мирские домашние дела, и я вступаю в брак с женщинами, а тот, кто отвергает меня, тот не от меня. Помните, что я больше вас боюсь Всевышнего Аллаха и подчиняю свои желания желаниям Всевышнего Аллаха». Это означает, что истинная умеренность состоит в том, чтобы у вас были не только мирские желания и получение от них удовольствия. Напротив, возьмите те из мирских вещей, которые являются наилучшими. Если вы будете пользоваться этими мирскими вещами, соблюдая умеренность и думая о благоволении Всевышнего Аллаха, то это и будет умеренностью. Если после приезда сюда из-за вседозволенности, царящей в этих западных странах, жажда обладания каждой вещью этих стран притягивает вас к себе, тогда ваше посещение ежегодных собраний является бесполезным, и вступление в обет верности обетованному Мессии Алейхиссалам тоже является бесполезным. Поэтому он сказал: создайте в себе умеренность, потому что если вы создадите ее в себе, то вы познаете истинный дух богобоязненности. Что такое богобоязненность? Богобоязненность означает постоянно иметь в своем сердце страх того, чтобы не совершить такого дела, которое вызовет недовольство Всевышнего Аллаха. Страх вызвать недовольство Всевышнего Аллаха не должен быть вызван только страхом перед наказанием. Напротив, ваш страх должен быть таким, каким бывает страх вызвать недовольство близкого родственника или очень близкого друга. И это возможно тогда, когда любовь ко Всевышнему Аллаху превосходит все другие виды любви. И состояние такой любви возникает тогда, когда существуют личные отношения со Всевышним Аллахом и глубокое понимание Его. И когда любовь к сущности Всевышнего Аллаха является осью всей вашей жизни. Это тот уровень богобоязненности, который должен стараться обрести каждый из нас. Хазрат Абитаванный Мессия Алейхиссалам для создания в нас такого уровня богобоязненности давал нам различные назидания.
В одном из своих выступлений он сказал: «Для улучшения состояния моей общины наиболее важным представляется назидание о богобоязненности, потому что для разумного человека понятно, что Всевышний Аллах не радуется ни одной вещи, в которой нет богобоязненности». Всевышний Аллах говорит: «Воистину Аллах с теми, которые богобоязненны, с теми, которые благодетельны». Поэтому члены общины неоднократно назидаются об этом, то есть о богобоязненности, по той причине, что, вступая в обет верности имаму времени, мы объявляем и претендуем на то, что мы являемся теми людьми, которые радуют Бога своим обетом верности. Или другими словами, мы принесли обет верности с той целью, чтобы вызвать довольство Всевышнего Аллаха, стараясь выполнять Его повеление. Если мы не подтверждаем свои слова действиями, тогда наше притязание будет только притязанием. Если мы не развиваемся в богобоязненности, тогда оно останется лишь притязанием. Аят, который привел Хазрат Абитаван и Мессия Алейхиссалам, объясняет суть богобоязненности. Богобоязненными являются те люди, которые являются благодетельными. Слово «мухсин» — «благодетельный» — означает тот, кто хорошо относится к другим и заботится об их чувствах и эмоциях, тот, кто имеет знания, и эти знания направляют его по пути богобоязненности. Поэтому посмотрите на красоту изречений Хазрата Абитавана Мессии Алейхиссалам, в котором он сначала обратил наше внимание на необходимость подчинить свои желания благоволению Всевышнего Аллаха, а потом, рассказывая о богобоязненности, он привел пример того, что означает принять богобоязненность. Он привел пример слов Всевышнего Аллаха, в которых содержится наставление: жертвуя своими чувствами ради чувств других людей, приносите им пользу. Когда вы будете делать это, будучи богобоязненным человеком, вы станете обретающим благоволение Всевышнего Аллаха. Затем Хазрат Абитаван и Мессия Алейхиссалам говорит: наша община особенно нуждается в богобоязненности, особенно в связи с тем, что ее члены находятся в обете верности тому человеку, который претендует на пророчество, чтобы те люди, которые охвачены различными видами враждебности и злобы, или многобожием, или целиком поглощены только мирскими делами, получили спасение от бед. Поэтому объявление Хазрата Абитавана Мессии Алейхиссалам о принесении ему обета верности не является чем-то обыкновенным. И люди, приносящие ему обет верности, тоже не являются обыкновенными людьми. Потому что он говорит, что он притязает на посланнический сан и на то, что он послан Всевышним Аллахом целью исправления мира посредством него. Он говорит: посредством меня человек признает Всевышнего Аллаха, и у него установится связь со Всевышним Аллахом. Посредством меня и моих последователей будет проявляться и распространяться та высокая нравственность, проявлять которую повелел Всевышний Аллах в последней книге закона Божьего, ниспосланной святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому для выполнения своих обязанностей перед людьми необходимо отдалиться от всякой ненависти и злобы или извлечь из своих сердец всякую враждебность и злобу
и сделать свои сердца кристально чистыми. Надо очистить себя от всякого многобожия. Боязнь мира или мирских людей, или тяга к мирским людям, из-за которых человек забывает Всевышнего Аллаха, уменьшается уровень его поклонения. Если вы будете защищать себя от всего этого, то вы будете достойны называться принесшими обет верности. Но достижение этого уровня невозможно без богобоязненности. Если вы хотите выполнять обязанности обета верности, то, создавая в себе это чистое изменение, исправляйте себя, и в результате этого вы будете спасены от многих бед. Следующие цитаты хазрата Абитавана Мессия Алейхиссалам очень строго предупредил о том, что необходимо не просто произносить слова, а действовать в соответствии с ними. Всевышний Аллах является милосердным и благородным, и Он также является всемогущим и господином возмездия. И когда Он видит общину, только многоговорящую и намного претендующую, но их действительное состояние совпадает с их словами, то его гнев и ярость растут. Не дай Аллах, чтобы мы когда-нибудь увидели гнев и ярость Всевышнего Аллаха, а напротив, всегда помня о богобоязненности, старались действовать в соответствии со своими способностями, всегда просили у Всевышнего Аллаха его милости и милосердия, и стали получателями его милосердия и милости. Что мы должны делать для достижения этого уровня и каким должно быть наше состояние? Об этом хазрат Абитаван и Мессия Алейхиссалам говорит следующее. Все добрые деяния, которые совершает человек, бывают двух видов. Обязательные дела и дополнительные, добровольные дела. Обязательные дела – это те дела, которые человек обязан делать. Например, такие, как уплата долга или в ответ на доброе деяние совершать добрые деяния. Иногда некоторые люди берут долг, но откладывают его возвращение. Далее обетованный Мессия Алейхиссалам говорит, уплата долга относится к вашим обязанностям. И в ответ на добрые деяния вы должны отвечать добрым деянием. Кроме этих обязательных обязанностей, обязательных дел, вместе с каждым добрым деянием можно совершать дополнительные добрые деяния, которые могут превосходить добрые деяния. Как, например, в ответ на проявление милости, кроме проявления милости, совершать дополнительные добрые деяния. Эти дополнительные добрые деяния состоят, например, в том, чтобы кроме уплаты заката давать милостыню. И Всевышний Аллах становится другом таких людей. Дружба Всевышнего Аллаха достигает такой степени, что Он становится его рукой, его ногой и даже его языком, которым он говорит. Это тот наш Бог, который не только дарует за каждое доброе деяние, но и становится другом такого человека, то есть для него открываются такие пути дружбы и охранения Всевышнего Аллаха, которые недостижимы для мышления человека, когда даруется этот статус. Когда даруется этот статус? Он даруется тогда, когда вы в ответ на проявленную к вам милость, проявляете милость. И когда кто-то по отношению к вам совершает доброе деяние, то вы начинаете искать, чем вам ответить на это доброе деяние. И не только это, а более того, обетованный Мессия Алейхиссалам сказал, что отвечать на милость такой же милости является только обменом, но обязанность верующего состоит в том, чтобы в ответ на милость он отвечал еще большей милостью.
Посмотрите на то общество, в котором создалось такое состояние, когда в ответ на добрые деяния человек совершает большее доброе деяние. И каждый обращает внимание на то, чтобы в ответ на доброе деяние человека по отношению к нему он проявляет беспокойство о том, чтобы ответить на эту милость милостью более высокого уровня. Такое общество никогда не становится обществом корыстолюбивых людей, а напротив, становится обществом любви и мира. И когда все это делается ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха, то тогда Бог, который знает состояние сердец и награждающий больше всех, и невозможно сосчитать его милости и награды, дарует так, как человек не может даже вообразить. Это тот дух, в создании которого в себе мы нуждаемся, чтобы совершать добрые деяния безо всякой корости, а только ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Пусть в наших поклонениях вместе с обязательными делами будут дополнительные дела, чтобы мы стали получателями благоволения Всевышнего Аллаха и не совершали дополнительные добрые деяния ради достижения какой-то мирской цели, и в ответ на милость мы не проявляли милость ради получения какой-то выгоды для себя, а напротив, мы делали это только с целью обретения благоволения Всевышнего Аллаха. Это является истинной богобоязненностью, и это является той основой, которую ценит Всевышний Аллах. В ином случае Всевышний Аллах говорит, что Он не нуждается в показных поклонениях и пожертвованиях. Мы должны совершать такие молитвы, совершать которые повелел Аллах. И такая молитва является вознесением. Затем Всевышний Аллах говорит: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». И потом для того, чтобы выстаивать молитву мужчинам в разных местах, повелевается совершать коллективную молитву регулярно и вовремя. Всевышний Аллах говорит, что молитвы, совершенные на показ, иногда становятся для некоторых людей причиной их гибели. Мы должны размышлять над тем, почему добрые деяния, совершенное неправильным образом, становится причиной гибели человека. Простой ответ на этот вопрос состоит в том, что Всевышний Аллах повелел совершать каждое доброе деяние, основываясь на богобоязненности. Это означает, что Всевышний Аллах желает видеть в нас чистую сущность, а не показные действия. Если совершение нами молитв не создает в нас чувство сострадания к другим, то в этом случае мы должны понимать, что мы совершаем молитвы на показ, и в них не было того духа молитвы, который должен в них быть. Иногда фрукты выглядят очень красиво внешне, но когда мы разрезаем их, то видим, что они еще не созрели или сгнили, и в них есть черви. Допустим, миндаль. Бывает так, что человек с предвкушением насладиться его вкусом раскрывает его, но он оказывается горьким. Поэтому нам своими действиями необходимо спасти этот фрукт или его внутреннюю сущность, действуя в соответствии с повелением Всевышнего Аллаха. И сделать так, чтобы эти действия были приняты Всевышним Аллахом, и это будет возможно тогда, когда наши молитвы и наше поклонение вместе со связью со Всевышним Аллахом создадут в нас чувство милосердие к людям. По милости Всевышнего Аллаха, община Германии
ежегодно строит 4-5 мечетей. И мне, говорит Хузур, даруется возможность открывать их. И почти на каждой церемонии открытия мечети я говорю о том, чтобы со строительством мечети возрастают обязанности мусульман Ахмади, живущих в этом районе. Приходить в мечеть после ее строительства, даже если вы 5 раз в день приходите в мечеть для совершения обязательных молитв, недостаточно. Главное заключается в том, чтобы благодаря этой мечети укрепились ваши отношения между собой, и благодаря действиям каждого мусульманина Ахмади перед людьми этого района предстал красивый облик ислама. И та высокодуховная атмосфера, которая создается благодаря людям, поклоняющимся Всевышнему Аллаху, оказала влияние и на своих, и других людей. И в каждом мусульмане Ахмади проявилось выполнение пожеланий учения Хазрата Абитавана Мессия Алейхиссалам, в котором он сказал, что вы должны стать примером для других мягкости, любви между собой и в братстве. Поэтому этот пример любви и братства между собой нужно явить и для себя, и для других. И эти примеры любви и братства между собой одновременно притягивают к себе любовь Всевышнего Аллаха, повышает уровень богобоязненности и одновременно обращает внимание других людей к прекрасному учению ислама. И таким образом открываются новые возможности для проповедования. Хазрат Абитаван и Мессия Алейхиссалам в одной своей мольбе за свою общину изрекает: «Пусть Всевышний Аллах очистит сердца членов моей общины и, протягивая к ним десницу своей милости, повернет их сердца к себе и удалит из их сердец все злые деяния и злобу и дарует им истинную любовь между собой. Пусть Всевышний Аллах сделает нас наследниками этой мольбы». Затем Хазрат Абитаван и Мессия Алейхиссалам в своем изречении, которое я прочитал в начале проповеди, говорит: «Хузур особо обратил наше внимание к искренности, и это является тем деянием, которое увеличивает любовь между собой и обращает внимание к выполнению обязанностей друг перед другом и привлекает к себе внимание других людей. Всевышний Аллах рассказал о признаке своих слуг следующее: и слуги всемилостивого, те, которые ходят по земле смиренно. И эта искренность создает в человеке тот дух, который приближает его ко Всевышнему Аллаху, его слугу, и увеличивает красоту в обществе и в отношениях между людьми, и удаляет огорчения, обиды и размолвки между собой, и увеличивает любовь. Затем он обращает наше внимание к верности и правдивости, и к тому, что идущий по пути богобоязненности совершает все добрые деяния. Это и есть истинная суть таквы, богобоязненности. И тот, кто познал суть богобоязненности, словно обрел все. Но иногда необходимо подробно рассказать о некоторых действиях, которые увеличивают уровень богобоязненности. Поэтому Всевышний Аллах сделал особый акцент на верности и правом слове. Сказал: «Увы, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите слово правое». В прошлой пятничной проповеди я, говорит Хузур, подробно объяснил этот аят. Говоря коротко, объясняя этот аят, Хазрат Абитаван и Мессия Алейхиссалам обратил к этому совету внимание особенно тех людей, которые приезжают на джальсу с целью духовного развития, чтобы увеличить уровень своей богобоязненности и исправить себя. Если у вас будет это состояние, тогда вы станете
теми, кто совершает обязанности участвующих в джальсе. Для этого обретайте качество верности, правдивости и прямоты. Это очень необходимо, является основной частью богобоязненности. Поэтому увеличивайте уровень своей правдивости, чтобы вы смогли достичь той цели, ради которой вы здесь собрались. И когда увеличится уровень правдивости каждого мусульманина Ахмади, тогда его слова обретут действенную силу. И когда наши слова будут оказывать влияние на людей, мы будем причислены к тем людям, которые продолжают движение достижения цели миссии Хазрата Абитаванного Мессии Алейхиссалам. Миссия, с которой пришел Хазрат Абитаванный Мессии Алейхиссалам, состоит из двух важных дел. Первое – это сделать так, чтобы человек признал сущность Бога и приблизился к Нему. Во-вторых, выполнять свои обязанности по отношению к людям. Эти оба дела требуют от нас богобоязненности и жертвенности. Они требуют от нас совершения чистых изменений состояния практических дел. Мы не сможем соединить мир со Всевышним Аллахом, пока мы сами не соединены с Ним крепкой связью. И мы не сможем выполнять свои обязанности в отношении людей до тех пор, пока в нас нет чувства искренности, правдивости, любви и чувства братства и жертвенности. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы в течение этих трех дней посмотреть на свои отношения с Богом и наши чувства, которые мы испытываем к людям. И мы, иншаллах та'ала, должны улучшить, чтобы мы стали достигшими цели участия в джальсе, выполняющими желания Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам. Поэтому в течение трех дней каждый мусульманин Ахмади должен стараться исправить свое духовное состояние, улучшить свои дела и увеличить уровень богобоязненности. Молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах даровал нам возможность достичь этого. Дай Аллах, чтобы в этом смысле мы стали достигшими цели этого собрания. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر